праздник на Володарке, посвященный Дню российского флага, состоялся на площадке у Центра культуры и досуга Ладыгина. Это место новых застроек поселка, где образовался очень уютный и красивый бульвар. На мероприятие пришли окрестные детишки с мамами и ребята из местного детского сада. Все пришедшие с удовольствием приняли участие в веселых стартах. Новый для нас, он тоже, в общем-то, новый, но он вплетается в концепцию празднования наших патриотических праздников. Мы в поселении провели уже 12 июня. Был такой же формат. Мы собрались вот здесь. Кто услышал нашу музыку, тот и пришел. Я хочу поздравить всех жителей нашего Ленинского района с этим замечательным новым праздником. Традиции празднования давайте будем придумывать все вместе. Среди спортивных мероприятий для ребят было организовано и забрасывание мяча в баскетбольную сетку, тренировка для будущих спортсменов. А мастерам аквагрима многие малыши с удовольствием подставляли ручки и щечки для нанесения рисунка соответствующей символикой. Здесь же рядом на установленной доске ребятишки могли сами с помощью рисунка выразить свое отношение к празднику. Флаг – это, можно сказать, гордость нашей России. Белый, синий и красный. Этот флаг нашу страну охраняет он и орел, который нарисован на нем. Свои пожелания на доске оставляли и взрослые. Пожелание свое новым жителям написала, чтобы они любили и берегли поселок так же, как и мы. Не ломали, сажали, не мусорили. И своих детей воспитывали тоже так же, чтобы они берегли свою родину, потому что это их родина будет. Уважаемые жители Ленинского района, земляки наши, от всей души поздравляет вас поселение Володарского с этим замечательным праздником, Днем России. Желаем процветания нашей родины. И хотелось бы, чтобы наше будущее поколение чтила память и традиции нашей родины. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.